Привет всем! Поздравляю вас с Новым годом! Надеюсь, то, что в вашем регионе он уже наступил. Я не совсем уверен, наступил ли он сейчас у вас или нет. Но у нас он наступил. Видео я снимаю в кафешке, потому что я его снимаю заранее. Почему? Да потому что я сейчас, скорее всего, либо на какой-то вечеринке, либо у себя в кровати, либо... Не знаю, я думаю, вы сами придумаете, где я нахожусь. В общем... Поздравляю вас с Новым годом. В принципе, вот этот год был интересным, необычным. Было несколько моментов, были проблемы, были хорошие вещи, были радостные вещи. Я в этом году дважды побывал в России, что довольно необычно, так как обычно бываю всего один раз. Про это, конечно, видео не снял. Побывал в нескольких местах, съездил по тем причинам. Ну и, естественно, много-много ел. Живот все отрастил знатно. Кстати, принесли еще еду. Вот это острое мясо, приготовленное в синьцзянском стиле. Довольно-таки неплохое и вкусное. Только палочки почему-то не принесли. Сейчас еще должны принести лапшу с мясом, опять же. Все это дело обошлось мне 49 юаней. Это около 500 рублей. Не так уж и дешево, но, в принципе, не так уж дорого для Гуанчжоу. Как бы это средний ценник. И, ну, Гуанчжоу в среднем должны рассчитывать примерно на эту стоимость. Что еще? Ну, опять же, еще раз поздравляю с Новым годом. Нету на мне никакого пока ничего, но... В общем, надеюсь, то, что Новый год 2019 у вас будет замечательным, все будет хорошо, все мечты сбудутся, надеюсь, что... В общем, желаю всего лучшего, все то, что можно пожелать. Ну и сейчас я понимаю, насколько важно здоровье, насколько важно счастье. А финансы и прочие придут. Ну и сейчас, конечно, самый важный момент – это быть любимым тоже. С людьми, которые близки вам по духу, по характеру, по многим другим. В общем, с Новым годом!